Приветствую вас, подписчики и зрители моего канала, с вами Михаил, и продолжаем проходить живую сталь от начала до конца. Так, я его, по-моему, полечил уже в прошлой серии, да. Мы его назвали Black Jack, если я правильно, конечно. Так, последнее, по-моему, сейчас мы его переназовем, да? Если я не ошибаюсь, я, по-моему, какие-то буквы неправильно написал. Надо посмотреть, как пишется Black Jack. Black Jack. Jack Black. А если вот так вот? Нет. По-моему, нет. Так, лады. Пусть будет таким Джеком, а там посмотрим. Так, ну вроде сейчас будет такой нелегкий бой, я знаю просто 100%, потому что этот боец, мне кажется, он посильнее даже, ой, как же его, Зевса. Блин, да что за херня, почему я начинаю сначала, хотя у меня было сохранено, видимо, видимо, так и должно быть, да? Мы тогда двухголового сейчас вот делаем, а там посмотрим. Не знаю, в чем причина, почему возвращается всегда. Понять не могу, но будем начинать отсюда, так как выбора у меня нет. Но мы его побьем. Я помню, как в прошлый уровень я с ним бился, так что... Эй-ей-ей-ей. Стоять, бояться. Еще раз стоять. А уже сейчас он не попадается на эту удочку. А если так? Давай, давай. Опа. Издалека. Неплохой прием. Только долго думает. Еще. Ой. Ой-ой-ой. Боюсь, я попал. Ох, все-таки. Отлично. Оу-оу-оу. Последний рывок-то был ни к чему. Ну ладно. Ох ты, красиво он меня, просто класс. Тихо, тихо, тихо. Да, вот так вот. А то лечится тут постепенно, я смотрю. Отлично. Еще? На этот раз он готов был, да? Еще раз. Блин, мне кажется, это супер прием, против которого вообще тяжело. Оу! А знаете, тормоза маленькие появились у самой PlayStation. Даже не знаю, чего, видимо, столько эффектов. И эффектно я ему, в принципе, ударил в конце. Вот. Сейчас мы его все-таки порешаем. Ну-ка. А так, ну, блин, жизней, если честно, очень мало убирает. А если так вот? Ох ты, неплохо. Проверочка на... Блин, а вот так вот не очень. Два удара. А-а-а, и я поплыл. Он еще будет проверять на прочность. Смотрите, уже руки проверил, да? А давайте его издалека. Раз он хочет, значит, мы это сделаем. Еще. Неплохо. И последний удар. Оу, ес. Ну, блин, руку не успел я ему оторвать. Ну, ладно. Вы уже видите, намного умнее я наступаю в поединке, чем прошлые бои. Так, друган. И все, каждый бой, он по-своему разный. Даже если с одним и тем же бойцом бьешься, то они все какие-то, знаете, ну, блин, интереснее встают, что ли. Ну, вот это вот, сейчас он меня остановит, да. Ходим. Тихо, Мартелло. А вот от этого удара тяжело все-таки уйти. А вот так вот. Ох, блин, выносливость, боюсь, всю. При том, что таким у меня ударом поприветствовал. Ого-го. Давай, давай, давай. Отлично. И уже руку ему поломал. Ах ты, вот так вот. Кстати, этот удар довольно сильный, я так понял. По крайней мере,
части тела он отрывает только в путь. И осталось его просто добить. Друзья, он тут королем не будет, но сможет кое-что сделать, я смотрю. Тихо, тихо. Одной рукой, да, такой неплохой боец. Я говорю, он думающий. Опа, смотрите даже, что творит. Еще. Вот так все-таки достало его. Хоть как-никак, но, блин, да что за фигня такая? Я его достаю. Вот так вот. И поплыло у меня все. Ладно. О-о-о, тихо, тихо, тихо. Уходим, уходим. Давайте лучше издалека все это будем делать. Ух ты, нарвался, да, смотрите, а жизни-то уже равняются. Конечно, они у меня восстанавливаются, я не спорю, но... Вот так вот. Аж навзничь лег. Просто отлетел от удара. Ну, видите, опять я завершил бой раунд нокдауном. Так, давайте им... Блин, да я даже руки не буду делать, пофигу. Будем биться так. Я думаю, этот раунд он точно не переживет. Нарвался. Молодец. Смотрите, так у него жизни, как у меня. Какого хрена, блин? Вот так вот. Сейчас мы ему подровняем немножко. Опа-опа-опа. Опа! Ну вот. Как там? Вперед сделал. Бой. Ну, хотя бы я не мучаюсь с ним, как в прошлый раз. Ну, давай. Ну, мужик. Ё, хотел его еще побить, но... Сами все видели, да? Упал просто. Рухнул. Так, давайте тогда... Сразу же полечимся, наверное, да? Доспехи, доспехи, доспехи. Я даже не смотрю, потому что там много их падает. Вот, но почему-то не все, которые нужно. Ну вот он наш уровень, который мы должны добить, видимо, до конца. Все-таки я кружу-кружу, но... Вот тебя, я думаю, делаю быстро. Я знаю, что ты крутой, но... У меня все-таки опыт боев, и я знаю, как ты себя будешь вести. Оу, а вот и нет, да? Ладно. Смотри-ка, какой нашелся, а. А еще? Вот так вот. Вот самый нормальный прием, это издалека, конечно. Если не нарвешься. Оу, поплыл, поплыл. Так, смотрите, он коронные удары делает, да? Ладно. Еще. Нифига. И еще давай. Отлично. Смотрите, а жизней-то уже нету. И попал все-таки. Добивающим. А знаете, чего мне кажется здесь не хватает? Я сейчас только подумал. Можно было бы еще добивать, когда падаешь. Нокдаун. И добивать. Было бы круто. Просто, мне кажется, было намного бы эффектней. Ой, я промазал, нифига себе. Еще. Вот так. И еще. Отлично. Смотрите, он не доживет до конца раунда, надеюсь. Хотя не, отстает. Я, правда, не помню, сколько этот раунд длится. Ему уже тяжело. На 8-то встанешь. Но! Ну, блин, ну... Он не дожил, в общем. Ну ладно. Было простое избиение, в принципе. Отлично. Смотри, неплохо иду. Так, здесь однозначно лучше подлечиться, потому что противник будет охренеть какой сильный. Давайте сразу посмотрим шопинг. Ну, я его так называю шопинг, потому что это магазин. Кулаки. О. Так, у меня денег-то дофигища. Оказывается. Знаете, постепенно шел-шел, а... Так, а давайте мы его... Вот
Так вот сделаем. Так, где мои... Ну-ка, как они выглядят? Нифига не мои. Кулаки. Тоже не мое. Так, это вряд ли. Блин, а где? Так. Большие. Ну-ка. Какие-то кулачинки маленькие, да? Я не понял. Ну так-то я смотрю все. Вот они. Опять у меня ничего, да, нету такого. Ладно, а давайте тогда генераторы, может, все-таки будут нормальные. При том, что у меня финансы можно вложиться. О! Ага. Конечно. За скорость падает. Так, а вот здесь вот. Ну-ка. Атака повышается. Ну, немножко скорости падает. Да и хрен с ней. 13, да? Ну, так мы сейчас намного мощнее будем. Скорость удара у меня. Так, а больше-то и нечего выбрать, да? Ох ты! Ага. Мы ее вряд ли выберем. Вот это бы неплохо было. Ну, давайте 13 купим. Не-не-не. Так, минус только передвижение, да? А то боевой рейтинг просто вверх взлетел. Есть. Материнка. Думаю, возможно, что-то еще тут выберем. Да, жаль. Жалко. Ну вот. Вот, блин. Это я купил. Получается. Так, вот здесь вот. Скорость и атака у меня уменьшается. Угу. Ну, не знаю. Тоже неплохо, конечно. Атака. Ой. Верхние параметры все практически уменьшаются. Опа. Ну-ка. Смотрите, неплохо. Атака повышается. Ну ладно, еще что-нибудь найдем. Покруче, поинтереснее, но вряд ли. Слушайте, а почему там боевой рейтинг падает? Я вот не понял. Ну-ка еще раз. Атака на 100 возрастает практически. Защита тоже, по-моему, на 100. Даже больше. Power. Это энергия какая-то. Блин. Одно приобретаешь, другое теряешь, да? А вот здесь вот. Давайте посмотрим тут. Хотя. Не, подождите. Мне 50. Конечно, заманчиво, но давайте еще посмотрим. Здесь атака опять понижается. Везде, я смотрю, понижение боевой мощи у меня. Здесь, блин. Только все, да? Ладно. Давайте так сделаем. Что ему? Немножко только купил. Ну ладно. Так, ну, сейчас будет супер боец. Посмотрим. О, извиняюсь, надеюсь, я успел вернуться от микрофона. Так, ну что, поехали. Супер бой, я думаю, даже лучше, чем
Зевсом будет, потому что он реально силен. Силен, мать его. Ох. Зато проходит удар-то. Неплохо. А вот сейчас плохо. Так. Вот так. Я просто реально его боюсь, если честно. Я знаю, что он если ударит, то все. Пиши, пропал. Отлично. Вот так вот и будем его гасить. Давай. Еще успеешь. Отлично. Еще. Нет, давай ты. Отлично. Ой, слушайте, друзья, так это классно. У меня коронный прием-то. Ух, по голове, по-моему, зацепил ему. Так, по туловищу, да? Он, да, выворачивался. И... Смотрите, так он меня еще ни разу не задел. А-а-а! Бей! Вот это да, он меня ни разу не задел в итоге. Ну, по крайней мере, вот сейчас. Надо его добить. Пока он не восстановился. Ну, сейчас у него жизни, да, восстанавливаются. Ну, до конца раунда хотя бы. Желательно бы ему бобо сделать еще. Оу! О чем я и говорил. Воу. Так, мы сейчас восстановимся. А вот он. Я его издалека буду вот так вот гасить. Смотрите, у него с рукой проблемы уже. Еще. Вот так вот. Удар очень большую местность. А-а-а, твою. Твою дивизию. Уходи. Благо, немного он меня забрал. О, неплохо, друзья. Я ему так могу и руку поломать. Давай. Ай, ес. Вот она, силушка-то. Друзья, то что надо. Так, мы еще увеличим свои обороты. И... Думаю, этот раунд для него закончится. Слушайте, я даже не думал, что я так с таким преимуществом его буду бить просто. Опа! Почему я мажу? Не понял. Вот так вот. Смотрите, он меня боится. Как я его боялся вначале, да? Оу. Еще. Это плохо. Это ой, как плохо. Хорошо, что он мажет. Смотрите, от рукой-то уже. Ладно. Вот так тогда пройдемся по тебе. И что еще? Вот так вот. Консервная банка улетела. Так, ну что, вставай, мужик. Воу. Еще раз. Блин, мне нравится этот удар. Только вот иногда от него уворачивается, конечно. О, смотрите, я по корпусу ему неплохо настучал. Ну что, встанешь ты, нет? Блин, я думаю, сейчас я и Зевса порву так. Давай, вставай, я знаю, ты можешь. Ну, ё-моё, я его неплохо побил, смотрите. Офигеть. При том, что у меня жизней очень много осталось даже. В одну калитку его побил. Так, надо обязательно полечиться. А вот оно, вот они, пятые ливалы. Фу, конечно, интересно. Так, я сейчас посмотрю. По-моему, все на пятом ливеле сейчас. А, это мы. Блин, я же не в магазин зашел, по-моему. Что-то я вообще, друзья, запутался. Да, я. Хотя, я, мне кажется, я ему и так надаю люлей. Ну-ка. В общем... Нет, не все открылось, кстати. О, сейчас.
где тут мои доспехи. Я не помню, как они называются у меня. Это тоже не мои, да? Так, ладно. Ага. А в итоге ничего не открылось, да? Тело. Боди. Ох ты. Вот это мне нравится. Ладно, давайте. Я его сейчас так разнесу. А там уже можно одеться будет. Yes. А, еще. Подождите. Абель. А, я думал, он последний, если честно. Ну, тебя-то я уж должен снести. Ну, с богом. Воу-воу-воу. Давай. А вот так не хочешь? А еще? Хрен тебе. Давай, силушка. Так вот. И, блин, а это зря, походу. Смотрите, он сам под удар подошел. Он мог ко мне подойти и ударить, да? Он назад увернулся. Не знаю почему. Видимо, побоялся какого-то другого удара. Ну, да, с ним проблем вообще нет. Просто я не вижу, чем он меня сможет одолеть. О, так смотрите, он уже еле встает. Ну ладно. Он даже замахнуться нормально не успевает. Но он замахивается, ударить уже. Ой, что-то я погорячился, походу, нет? О, смотрите, я еще могу. А вот так вот, если... Обманчивый, да, удар? Обманный. Ну, сейчас-то ему точно тяжело будет вставать. И смотрите, встал, притом побыстрее, чем первый раз. О, неплохо ему по лицу съездил, хотя сам не хотел этого. Хотел коронку взять. А так вот, смотрите, ему вообще плохо. Корпус красный еще бы. Даже если бы он не упал, он бы в нокдауне был, то есть стоячим уже так покачивался. Что можно было добить бы его. Притом на выбор каким-нибудь супер ударом. Все. Вряд ли встанет. Яса! Ой, слушайте, друзья, как-то вообще все легко. Получается. Прет, как говорится. Неплохо. Так. И долгожданный бой. Welcome to Bear Champion. Это типа платформа новая. Ну ладно, посмотрим, что ты мне сможешь сделать. Или скорее всего, что я тебе смогу сделать. Давай. У меня, знаете, я вот сейчас смотрю, у меня не Blackjack получилось, а Backjack. Я вот только сейчас заметил это. Почему я это пропустил даже? Backjack. Бэк. Назад, Джек. Ладно. Изменим. Исправим. Бэк Джек. Да, Бэк Джек. Как-то я так умудрился, конечно, но ладно. Ух ты, смотрите. Он просто, блин, не в состоянии мне ничего сделать. Так, подождите. Вот так вот. Ух ты, увернулся, смотрите. Какой, а? А вот так вот, парень. А вот эти наступления меня как бы это настораживают. Он прям как танк, да? Оп. Опа. И сейчас будет меня бить. И в блок. Облом, да? Увернулся. А вот он-то вряд ли увернется. Слушайте, я, конечно, молчу, но вот он меня ни разу не задел. Ну, не считая блока. Как говорится, талант не пропьешь, да?
Ну, это так, к слову, конечно. Так, уничтожь. Ой, смотрите, да ему вообще тяжело дается. Все это. Отлично. И корпус уже в беде у него. Еще раз. А вот так вот не хочешь? Блин. Надо отойти немножко. Еще раз. И вот это вот плохо. Сам себя подставил, в общем. Ну ладно. Хрень тебе. Давай, давай. Опа. Не нравится этот удар. Еще раз. А он промазал. Слушайте, я его практически в сухую разбиваю. Да, он, конечно, везунчик. Мне бы хотелось его добить, но... Как в боксе, нельзя. Жаль. Ладно, сделаем. Слушайте, мне показалось ли он залечил голову и туловище сразу. Блин, офигеть. Мощно, я посмотрю на повторе. Ну как, на записи. Вот так вот. Ай, хорошо. Вот это плохо. Ну-ка, ну-ка, парень. Вот это он меня умудрился. Оу! Все-таки я подставился, да, в конце? Ну да, это же бой все-таки. Там сухую невозможно поддавать ему. Ладно. Парень, ты попутал. Еще раз. Получится? Отлично. И как раз я восстановлюсь. Ну и он тоже. Но у него все равно меньше жизни. Ух. А потом можно еще доспехи купить. И там просто уже конечности можно будет сносить им. То есть все равно пару прохождений надо сделать, чтобы... Ой, так он не встанет уже, смотрите. Нифига себе. Чтобы больше доспехов, больше бойцов там раскачанных сделать уже. Вау, друзья, как-то я даже не ожидал, если честно, это легко мне далось. Вот. В общем, сейчас мы его починим, и у нас 260 тысяч. Друзья, ну все, тогда на сегодня я заканчиваю серию. Мы победили Зевса. В других сериях я не знаю, на прохождение, может, также вот этого бойца будем развивать. Имя ему, конечно, сейчас же поменяю, у него будет не Бэкджек, а Блэкджек. Хотя Бэкджек тоже можно оставить. Ладно, там посмотрим. Ну все, друзья, спасибо всем, кто меня смотрел, от вас пальцы вверх, комментируйте, ну и подписка на мой канал приветствуется. Всем пока, друзья.